вы думаете, этот господин, который выслушал Иосифа, он поверил ему? Да. А почему посадил в тюрьму? Потому что не хотел опорочить честь своей жены. Что не хотел? Не хотел опорочить честь своей жены. Так, еще что? Не хотел убивать его. Свет там включи. Значит, она его убила, он спас его от смерти. По-другому нельзя было. Он поверил. А она, змея, что хотела сделать? Убить его. Убить. А добивалась чего? Греха. И он как перед Богом стоит? Перед Богом. Вот это помни, это перед Богом. Ты это понимаешь, что такое перед Богом? Да. Понимаешь? Да. Теперь вот ему надо думать самому, как его спасти. А там в тюрьме она его достичь не может. Она дома его отравила бы или что-то сделала. И нельзя было освободить. А некоторые начинают, вот вы когда идете, не задевайте вот эту вот. А то у меня подпер холодильник. Ногой не задевайте. В прошлый раз ушли, всю ночь у меня холодильник открытый был. Вот все равно заденете. Вы беспамятные. А Иосиф все вспоминал, как было, что... Это от Бога, это библейская удивительная история. Выключай свет.